никаких проблем, никаких претензий нет. Очень хорошо. Юрий Филиппов купил дом на улице Гоголя в селе Алабышево в 1991 году. В то время дорога была ужасная. Мужчина вспоминает, как соседями собственными силами выкладывали дорогу битым кирпичом и мечтали о ровном асфальте. В самом начале вообще даже не думали, что это, потому что это дорогое удовольствие-то. С 17-го года начали, когда вот смотрим там в одной части Алабышева, в другой части асфальт стали. Ну и мы стали уже, как говорится, биться. Ну вот, хоть не первые, но и не последние. Очень хорошо. Сегодня делают улицу Гоголя, завтра Суворова, ну и так дальше будем прибавлять. Значит, всего у нас запланировано в Алабышево сделать 9 дорог. То есть из 27 объектов по округу 9, получается, из них 9 дорог в Алабышево. А это Октябрьский переулок в Солнечногорске. Здесь тоже местные жители радуются появлению дорожной техники. Вот так улица в частном секторе выглядела полгода назад. В рубрике «Открытый микрофон» местные жители рассказали о проблеме главе округа Владимиру Слепцову. Эту дорогу не ремонтировали уже очень давно и прошли стороной. То есть все ближайшие дороги заасфальтированы. Нашу дорогу перестали асфальтировать уже давно. Поэтому хотелось бы, чтобы все работы по проведению ремонта этой дороги осуществились в скорейшем времени. Дорогу поставили в план на этот год, и вот улица почти готова. Закончить работы сегодня помешал дождь, но дорожники уверяют, до конца недели все будет готово. Всего же в этом сезоне в городском округе Солнечногорск отремонтируют 35 участков протяженностью 24 километра. Екатерина Косевич, Олег Макаров, Эльмира Иванова. Наше время.